Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Облачный Эксперт, и в сегодняшнем видео я расскажу вам о том же, как избавиться от бага по батарее, по автономности, почему же он садится быстро на iOS 13 и 13.1. Что хочется сказать? Скажу вам о том, что баг этот появился в бета-тестировании, и он перенесся с бета-версии на релиз. То есть, когда вы обновились по воздуху, через iTunes, неважно, вы накатили это, когда удаляете профиль, вы думаете, вы удаляете баги. Нет, ваше устройство прогонялось по этим всем бетам, эти баги все абсолютно остались, можно сказать, на устройстве. Лечится это простым способом, но прежде чем дойти до этого способа, вам нужно убедиться в том, что ваш аккумулятор, ваша емкость соответствует тому, чтобы это все совершить. Вот, у меня максимальная емкость 87%. Вы зайдете в настройки, аккумулятор и состояние аккумулятора. Здесь вы увидите свою емкость. Если у вас до 70%, вы это излечите. Не только на iOS 13, на всех остальных, если вы встретили этот баг по батарее. Дальше. Следующий шаг. Вам нужно будет подключиться к iTunes, создать резервную копию, как на iCloud, так на компьютере, неважно. Желательно на компьютере, потому что вам нужно будет просто восстановить устройство. То есть нажмете его «Восстановить», скачаете эту прошивку 13.1, вот, и просто переустановите заново все. Вы когда это сделаете, этот баг просто исчезнет с вашего устройства. Я этого еще сам не сделал, но вот сейчас как раз буду делать, и этот способ работает, потому что я посмотрел у своего товарища. Этот способ сработал. Та же самая история. У меня это будет на iPhone SE. К этому еще добавится такой небольшой от меня лайфхак. У вас добавится несколько гигабайт свободного пространства. Подметьте для себя, сколько у вас сейчас. И посмотрите после переустановки. Заново восстановите данные все приложения. У вас все равно будет на 2-3 гигабайта больше. Потому что когда чистите данные, вы удаляете кэш. Кэш, который сохранится в другое, сами можете увидеть. Вот, запомнили. Если у вас подходящая допустимая емкость, норма, я же говорю, до 70%, 75%, прошу прощения, вы сможете легко этот баг исправить на вашем устройстве. Подключаете к iTunes, сбрасываете настройки под ноль, восстанавливаете и все, пользуйтесь. Вот как-то так. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, не забывайте подписываться на мои соцсети и всем пока.